Чтобы приклеить пленку к кольцу, во-первых, пленка должна быть тонкая, обычная бытовая. Колечко можно отправить в морозилку, и когда мы его достанем из морозилки, оно покроется конденсатом, тонким напылением влаги. И к этой влаге очень легко приклеится пленка. Либо есть второй вариант. Вы берете руку, мочите ее водой и очень небольшое количество влаги наносите на внешнюю сторону кольца. Если воды будет очень много, то пленка плохо приклеится. Натягиваем пленку. Следите за тем, чтобы пленка была целая. Например, если здесь будет какая-то дырочка, то ваш кули будет выливаться, потому что заливать мы его будем в горячем виде. И мне кажется, как раз сейчас такой случай. Вот это очень похоже на дырку. Давайте заменим. Еще раз смочим колечко. К слову, дырки бывают очень редко в пленке. Это прям какой-то уникальный случай, но хорошо, что я ее заметила. Если в процессе работы у вас выльется кули, ничего страшного, вы его обратно возвращаете в сотейник, нагреваете и снова отправляете в колечко, которое вы обтянете новой пленкой. Пленку натягиваем хорошо. Самое главное, на что вы должны обратить внимание, что вот тут пленка, которая приклеена, вот явно приклеенная пленка, она должна быть где-то 2 сантиметра вот от низа. То есть, если у вас короткая пленочка, то это не очень хорошо, есть риск того, что кули протечет. Здесь все отлично. Ставим кольцо пленкой вниз на ровную поверхность. У меня это доска.